Всем привет, друзья! С вами Кайкс на Ромзи и добро пожаловать в Brawl Stars! И как же я мог оставить вас без видосика по проекту Путь Старый? Вы только посмотрите, друзья, на мои кубасы вчера! У меня было 2000 кубков, а теперь, ребята, 2999! Это означает, что сегодня в этом видосике мы апаем, ребята, 3 косаря, собираем все награды, которые есть у нас на пути, получаем кучу всяких наград, а также, ребята, продолжаем апать Бравл Пасс. И самое, ребята, интересное, на халяву забираем улучшение Дэрила просто бесплатно на 9-ю силу. Бэмс! Просто не тратя ни копейки, ни очков силы, ничего, ребята. 9-я сила на Дэрила, и остается несколько дней до эпического бравлера. А еще, ребят, я не смотрел, что же у меня находится в магазине, какие подарки нас сегодня ждут. Поэтому, ребят, давайте так, перед тем, как я заглядываю в магазин, вы ставите лайки, подписывайтесь на канал и обязательно в магазине вводите код автора Ромзи, потому что я надеюсь, что каждому из вас будут каждый день выпадать джекпоты, ребят. И надеюсь, что выпал мне, поэтому я сейчас открываю магазины. Да, этот подарок я знаю. Это подарок очень крутой, и он мне очень сильно нужен. Особенно на новом аккаунте. Вот эти подарки от разработчиков прям халява. Прям имбище. 50 хромокредитов и 90, ребята, кредитов, которые мне залетают на аккаунт. Они мне нужны. Ну а теперь я хочу посмотреть, что мы сегодня с вами получим. Какой подарок? У меня на этом аккаунте уже был один раз джекпот. Кстати, напишите, что вам выпадало. И какой самый большой джекпот вам вообще выпадал за все время, которое, ну, прошло после обновления. Итак, проверяем. И... пожалуйста, пожалуйста. Да ладно, какие нафиг 5 кредитов? Ну что за издевательство? Что за трэш? Почему меня разработчики троллят вот этими 5 кредитов? Что на основном аккаунте? Что здесь? Ну это нечестно. Это максимально нечестно. Так, что у нас есть за квесты? Выиграй бой в режиме большая игра. А чё так мало квестов? Где мои квесты, ребят? Ладно, шучу, я их поделал. Я поделал квесты. Итак, друзья, давайте что мы делаем. Заберем золотишко. Могу ли я забирать... А, не могу забирать. Ладно, ребят, не буду томить. Я хочу сейчас апнуть себе на этом аке. Я хочу обязательно себе апнуть, как вы понимаете, 3000 кубаксов. Для этого мне нужно выиграть один бой. Причем в любом какой-то... В любом режиме, ребят. В любом режиме главное победить. Ограбление отеля, мне кажется... Кстати, давайте так, давайте просто возьмем с вами Честера, не будем страдать фигней, просто возьмем с вами легендарного Честера и сходим выиграем катку. Это будет быстрее всего, это будет выгоднее всего. Ой, куда я пошел? Я пошел, ой-ой-ой-ой, я не туда пошел. Прикиньте, я не в тот режим пошел, ребята. Вы че, серьезно? Кстати, где Тик? А вот он, Тик, ребят. Ну, можно грязючку наделать Тику, ребят. Вы знаете, что Честер делает? Честер делает вот так, подходит в упор. Ай, больно. Нет, только не меня. Пожалуйста, меня не бейте. Меня не бейте. Хилюсь. Я хилюсь. А вообще, Тик вообще ничего не может сделать. Дружище, куда ты уходишь? Куда ты уходишь, брат? Мне нужно срочно бить ульту. Вот, отлично. А вот теперь постой. Да, станчик, смотри. Он ничего не может делать, ребята, смотри. Ой, меня телепортировало нечаянно. Так, он поставил опять головешку. Так, подожди, замедление. А вот теперь постой. Да, все хорошо. Все хорошо. А можно мне хил? Спасибо, можно мне хил. Спасибо большое. Спасибо, мне прям под заказ. Он вообще не... Он злой, ребята, он не может от меня отцепиться. Все, давай, дружище, до свидания. Весь бой он не мог от меня отцепиться, вы понимаете? Вот это пипец. Мы забираем, кстати, с вами очки силы. Вот для чего нужно было сделать квест, чтобы получить 65-й уровень Бравл Пасса, вы понимаете? Ну ладно, теперь небольшую игру, теперь быстренько идем в ограбление. Украдем сейчас быстро 2 подарочка и возвращаемся открывать награды, потому что сегодня, небольшой спойлер, будет 100% плюс 1 бравлер. Да, ребята, я серьезно говорю, прошлое видео по этому аккаунту называется «Ни дня без нового бравлера». Так и выходит. Каждый день новый бравлер. Так, мы, ребята, пробрались. Почему? Почему Динамайк решил развернуться и уйти обратно и еще и сдохнуть? Сейчас еще и это сдохнет. Ладно. У меня есть ультец. И у меня есть ультец, потому что я молодец. Смотрите, что мы делаем. Мы вот так вот ультуем. Сносим нафиг, ребята, Брока. Ну, Брок реально снесен был нафиг, потому что там такой урон. Фулл хп Брока улетает с одной тыки. Так, теперь, надеюсь, он не ультанет меня. Я быстренько воришка. А, так, нормально вообще этот убежал.
Так, давай. Мы первый подарочек донесли. Нам нужно что? Какая задача? Ой, это было больно. Это было правда больно. Это вообще было, в принципе, нечестно. Я ворую второй подарочек по фастику. Хватит и убежал. Все, давай, 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 давай. Бу, меня не бить. Меня не бить. Я несу счастье в каждый дом. Я несу радость подарочка. Да, это, кстати, не... Ладно, я все равно топовый игрок. Я получаю 8 кубасиков. И, ребята, готово. 3000. 7 кубков на аккаунте Путь Стар. Вы же знаете... Вы же хотели сегодня видосик? Вот вам, смотрите, а? Халява, смотри, давайте так. Заберем Бравл Пасс, естественно, значок Бастера. Давайте вот это заберем. Заберем 40 хромокредитов. И посмотрите внимательно, 40 хромокредитов. Сколько у меня уже? У меня уже 250, то есть половина. Короче, это просто имба. Взгляните, у меня на этом аккаунте 17 бойцов. Новый аккаунт. Я здесь толком не донатил. Купил только Бравл Пасс первого уровня. И у меня 17 бойцов. Из них есть мифик, есть лего. И есть два хромика. То есть, буквально, ребята, буквально, уже скоро у меня на этом аккаунте появится еще один хромик. То есть, 500 я собираю и покупаю просто сразу еще одного хроматического бравлера. Ну, это вообще жесть. Это вообще жесть, реально. Такого не было при ящиках. Ребята, когда были ящики, нельзя было вот так на халяву столько бойцов себе собирать. Ну, не было такого, ребят, я вам серьезно. Не падали так бравлеры, ребят. Я вам это еще докажу. Когда у нас выйдет новый Бравл Пасс, я, как всегда, сделаю рубрику, где я доначу 2000 гемов на Бравл Пасс и собираю все награды. Посмотрим, сколько бравлеров у меня будет после того, как я соберу все награды на совершенно нулевом аккаунте. Мы сами это еще... Мы сами посчитаем. И сравним с видосами, которые были у меня тогда, где мы сами открывали Бравл Пасс на нулевых аккаунтах с ящиком. Я думаю, что это будет максимально интересно. Ставьте лайки, если хотите увидеть такой видос. Да, я потрачу 2000 гемов. Это огромное количество денег, ребят. Поэтому мне нужны будут поддержки. Ну а сейчас я забираю кредитики. 25 кредитов мы забираем себе на био. Очки силы мы забираем тоже. Золотишко. Все, короче, мы собираем все награды на пути к славе, ребят. Не зря у меня здесь плюс 1000 кубков за один день. Надеюсь, вы меня поддержите, чтобы я мог каждый день апать, ну, примерно хотя бы по 1000, либо по 500 кубасиков. Так, у нас еще одна ячейка для спрея. На 2900 у нас плюс одна ячейка для спрея. А теперь, внимание, нам био разблокировать 925 нужно. 925, а мы вот здесь за один просто, за один уровень, вот этот вот, получаем 920. То есть я забираю, и у нас получается и новый эпический бравлер залетает на аккаунт. Это имба. Био залетает. И причем я могу сменить. Я могу сменить. Смотрите, я могу выбрать любого бравлера прямо сейчас. Но я возьму био. Вы тем более вы в комментариях писали, что лучше бери био. Все. То есть даже сейчас, когда она выпала, я могу нажать на смену и просто поменять другого бойца. То есть получить любого из них. Серьезно? Выбор бойца. Да, я знаю. Да нет, я буду на самом деле, блядь, био. Все, погнали. Второй эпический бравлер. Следующий у нас идет мифик. Ребята, это будет Мортис, это Тара или Джин. Ребят, давайте так. Я пока что возьму Мортиса, но у меня к вам будет просьба. Голосование в комментариях. Какого мифика мы будем разблокировать следующего? Я пока возьму Мортиса. Я его ненавижу больше всего, но я его выберу. 285 кредитов у нас с вами уже лежит на счету Мортиса. То есть уже понемножку разблокируется. Дальше. Мы с вами что здесь? 45 кредитов еще сюда кидаем. Уже 3 соточки есть. 330 кредитов у нас уже есть. И идем дальше. Мы еще будем прокачивать здесь уровни. Здесь у нас, по-любому, я за 7 дней апну. За 7 дней я просто обязан забрать себе Бастера с бензопилой. Я что, зря покупал Бравл Пасик, что ли? Если что, я буду просто покупать уровни, потому что 153 гемасика у меня есть. У нас с вами есть Био. И понимаете? То есть все бравлеры, которые у меня есть, я могу вот так вот делать и могу апать их хотя бы на 6-7 силу изначально. Все, смотрите, Био 7 силы. Нормально? Нормально. Я думаю, неплохо. Можно сходить в любой режим. И, кстати, у меня пройдено праздничное. Праздничное пройдено. В любой режим. Но вы знаете, для био, ребята, нужно как раз-таки режим для дальников. Это лучше всего. То есть мы можем взять сейчас, допустим, сходить с вами в кремовый торт. Ну, чисто вот наград набить, ребята, расфигачить. Я причем давно не играл за био. Надеюсь, что мой аим, мой лучший аим в мире, скиллуха моя, не испортилась. Потому что, ну, реально, я за био не играл. У меня в команде Честер есть. Хорошо. Так, посмотрим. Блин, какой же у нее все-таки дальнобойная атака. Да, очень больно. Очень больно она пробивает. Так, замедляем этого пацана. Замедляем этого. Здесь у нас еще Шелли. Добиваем Шелли. Блин, я забыл, насколько Био жесткая. Ребят, я серьезно забыл, насколько она имбовая. Просто каждая тыка... Три косаря, 2800. Давай, пацаны, давай. Давай, минус один, минус два, минус три. У меня ульта набивается. 6 звезд уже. Так, давайте, замедляем. Хорошо, попали.
добили 2800. Ну это пипец, просто автоатака, фигачишь и пробиваешь. Так, замедляем, добили. Просто пипец, а да очень ж... Блин, я захотел на своем аккаунте поиграть в перезабия, серьезно, ребят. Я просто захотел поиграть на Био. Потому что она очень жесткая. Давай отхилимся, а то сейчас потеряю все звезды. Несмотря на то, что мы проигрываем. Ой, проигрываем, боже, хотел прикинь. Ну как можно проигрывать с таким счетом? Подожди, там у нас добиваем. Хорошо, блин, слушайте. Ой, как без, 2 тычки, 2 килла. Так, подожди, дружище. Подожди, под замедлением. Хорошо, ну вот здесь, да, здесь Эмс добила. Мне бы сюда еще снаряжение. У меня, кстати, на этом аккаунте нет ни одного снаряжения. Серьезно. Так, где там у нас Эльпримыч? Эльпримыч, извини. Ой, я у Кольта убил нечаянно. Нет, Эльприма все-таки убил. Ладно, это было правда больно. Это было... Пацаны в шоке, ребят. На! Ой, там прилетело очень больно. Так, давай. Капец, через стенку пробивается. Ой, там... Ой, добил пакет. Капец, я думал, что сейчас Эльприма влетит, но Эльприма прибежал позже, поэтому нормально. Давай, на тебе 2900. На тебе 2800. Давай тебе. Сейчас замедлим. Блин, 6. Смотри, смотри. Оп-о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 п. Замедление очень жесткое. Так, попал, кстати, чувак. Так, давай. Опачки. Не, а им все-таки, ребята. А им, ребята, у меня на невероятно высоком уровне. То есть продолжаю, ребята, побеждать пацанов. Так, подожди. Оп. Но сейчас не а им, сейчас была автоатака просто. Кольту попал взад. Попали сейчас, но не попали. Ладно, давай. Ух ты, как-то между ними пролетело. Вот сейчас, видите. Просто ваншот, ванкил. Давайте, еще один ваншот, ван... Да ладно, 64 звезды, ребята. Естественно, я звездный игрок. Еще плюс 8 кубасиков. И отлично, у нас с вами уже 3015 кубков. А следующие награды... Давайте просто посмотрим, что у нас дальше. Дальше у нас идет вот здесь. 3400, немножко кредитов. 3600 у нас. 3750 кредитов. А на 4000 430 кредитов. То мы забираем, и у нас уже будет половина мифического бравлера пройдена. Но этого будет мало, мне кажется. Мы не сможем. Что у нас дальше, подарок? У нас на выбор, получается, ас. Не на выбор, 2 новых значка. Потом у нас пассивка на Дэрила. Кстати, у нас гаджет на Дэрила уже есть на 7-й день. На 7-й день. Дальше у нас вот здесь пассивка. Дальше значок. И вот, я хочу вот наконец-то получить эпика. Кого? Грифа или Эдгара? Кстати, если на пути, то Грифа или Эдгара у нас... Смотри, здесь никого. Здесь у нас получается либо Бо, Фрэнк, либо СТУ. А Гриф или Эдгар будет у нас далеко. Где-то вот здесь. Там, где ашпэмка. Аж после легендарного бравлера. Но мы их получим раньше, потому что они у нас здесь есть на ежедневных подарках, ребят. Поэтому что мы делаем? Сейчас закругляемся. Я быстро продолжаю апать кубасики, а вы ставите лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем удачи. Покедова.